минутка знаний от доктора Лены Березовской. Процесс имплантации, то есть прикрепления плодного яйца в полости матки, не может проходить вне так называемого окна имплантации. Окно имплантации – это довольно-таки короткий период, когда эндометрий подготовлен, и когда в нем возникают определенные такие как бы выросты, что ли, щупальца, которые мы называем пеноподы, и они позволяют приблизить контакт именно плодного яйца со стенкой полости матки. Окно имплантации возникает в четкой зависимости от дня овуляции. И обычно это на росте пика прогестерона, это 7-й день после овуляции. А без этого окна, еще раз повторю, имплантация невозможна. Весь процесс имплантации занимает приблизительно 14 дней, то есть в течение 14 дней происходит прикрепление плодного яйца.